Привет всем любителям торговли себе в минус. Ввиду отсутствия знаний, я не знаю, времени, инструментов анализа и так далее. Для вас создан проект F-Tech. Давайте на него посмотрим, погнали. Как они сами себя позиционируют, F-Tech — это некая экосистема, основанная на нейронных сетях, и которая будет использоваться для успешной торговли в плюс на криптовалютных рынках. ICO у них стартует через 9 дней, но SoftCap уже собран во время pre-ICO. Поэтому проект интересен, проект хайповый, очень много, я как понимаю, желающих в нем поучаствовать, потому что в 2018 году так быстро SoftCap даже собрать это не так-то просто. Плюс высокие рейтинги на всех рейтинг-сайтах, хотя я им не очень доверяю, но тем не менее много людей смотрит на рейтинги и успешно в проекты заходит. Вы можете зайти на сайт, он переведен на русский, и посмотреть, что они готовы нам предложить. И степень готовности, в принципе, самих этих проектов. И то есть они создают некие сервисы, начиная, например, от торговых модулей, заканчивая криптоакадемией, либо там анализатором цен. Все эти сервисы призваны помогать нам все-таки выходить с каким-то профитом, а не просто торговать в минус там или в ноль. Вы можете посмотреть на преимущества, которые у вас появятся, если вы будете пользоваться этим проектом. Этим проектом вы как раз будете пользоваться за токены, которые купите во время ICO. И эти преимущества заключаются, например, в экономии времени, в уменьшении рисков и так далее. Можете зайти на сайт, сами полистать, почитать. Можете скачать их приложение, то есть оно уже готово. Они выходят на ICO уже с каким-то более-менее готовым продуктом. Не как остальные, имея там голый сайт и идею за плечами. Они имеют даже уже два реализованных проекта. CoinBot.club. То есть это бот, который автоматически торгует, либо отправляет вам сигналы, и вы торгуете в ручном режиме. И второй проект — это CryptoAngels.io. Не буду на этих проектах останавливаться, потому что мы все-таки разбираем сейчас другой проект. Просто указываю на то, что этой командой уже что-то было реализовано, реализовано успешно. И, в принципе, мне кажется, что они на опыте, значит, с этим проектом тоже вполне возможно, что все получится. Поэтому, если интересно, заходите на сайт, полистайте дорожную карту, почитайте white paper, посмотрите более подробно, что они предлагают. Я, как всегда, просто даю некий драйвер, показываю, какие проекты существуют, на которые, в принципе, может быть, стоит обратить внимание. Цена токена будет увеличиваться в зависимости от количества собранных эфиров, но ICO еще не началось, до ICO целых 9 дней, и, в принципе, можно зайти по самым вкусным ценам. Ну, как я уже говорил, видео не является рекламой, видео не содержит призывов к действию, потому что Google запретил это делать, поэтому всем советую определяться самим, свое мнение я озвучивать не буду. Поэтому вот так, всем спасибо, что посмотрели, все, пока.